Кировске завершились сразу два конкурса, посвященных юбилею города. Интернет-конкурс «Признайся в любви своему городу» проводился народным телевидением Хибины совместно с администрацией. Его итоги подведет Татьяна Никуличева в одноименной авторской программе. О результатах конкурса «Песни о Кировске» расскажем прямо сейчас. Не каждый город сможет похвастаться, что о нем написано столько песен. На конкурс было подано 15 заявок от 14 авторов. Все они живут или когда-либо жили в Кировске или Апатитах. Как, например, автор музыки и исполнитель песни вальса начала 70-х, ставший визитной карточкой Апатитов, Владимир Ярцев. Композитор представил на конкурс сразу две песни о Кировске. Вообще, авторские творения получились разными по стилю, по манере исполнения. Но всех их объединяет одно – любовь к нашему краю. Я всегда хочу найти особенности Кировска, которые присущи только ему, несмотря на то, что много очень городов в России, о которых можно сказать прекрасный город, город-труженик, славный город, любимый город и много-много эпитетов замечательных сказать. Много солнца и радости только нашему городу. Он молодой и пускай никогда не стареет. Вот и все, что хочется. Авторская аудитория существенно различалась и по возрасту. Молодежь наравне со старшими активно участвовала в песенном конкурсе. Например, Роман Гвоздев. Кстати, свое творение под названием «Город К. Ближе к облакам» он презентовал еще до подведения итогов конкурса на Дне молодежи в Кировске этим летом. Наполнять ритмом жить, жить невозможно без звука. Пересекает музыка, эти улицы не спеша. Город К. Ближе к облакам, большая душа. Так и у победителя конкурса песни в разрез с возрастом Кировска молодое лицо. Участники недавно появившегося в городе волонтерского движения «Тенсинг», в котором подростки учатся самовыражению с помощью искусства, музыки, пения, танца и драмы, и стали победителями. Мягко говоря, девчонки не ожидали. Было очень удивительно, потому что, когда мы смотрели итоги, первые итоги конкурса в интернете, мы не ожидали, мы занимали там 5-е место. И когда пришли сюда, получилось так, что мы выиграли, это было очень неожиданно, прям шок. Итак, вот она, песня-победитель, молодежный гимн заснеженному Кировску. На краю земли, в Заполярье наш городок живет, не найдешь и краш. Ни в Америках, ни в Европах, Кировск лучше всех, без сугроба.